Югра совместно с Минэнерго России подготовит проект постановления правительства о зонах минимальных расстояний до магистральных трубопроводов. Апробация таких решений на территории Югры при объективной оценке рисков и последствий позволит выработать решения, которые позволят развивать такие территории, застраивать населенные пункты и использовать уже созданную в них инфраструктуру. Дело в том, что сейчас по правилам охранная зона газопроводов составляет 25 метров, а для газораспределительной станции 100 метров. Зоны минимально допустимых расстояние от газопроводов и границ ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельхозпредприятий, зданий и сооружений составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода и степени ответственности объектов. Застройка этих зон не допускается, а построенные в них сооружения подлежат сносу без выплат компенсации. Для Югры это актуальный вопрос, так как газопроводы зачастую проходят в черте городов. Например, проложены недалеко от аэропортов Сургута и Когалыма и рядом с другими важными для округа объектами.